Более 14,5 миллионов рублей на обновление реабилитационного оборудования в клиниках получит Ямал. Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации. В этом году регионам на эти цели направят почти 9 миллиардов рублей. Распоряжение накануне подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение, и такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара. Причем бесплатно по полису обязательного медицинского страхования после назначения врача. Забота профессионалов поможет людям скорее преодолеть недуг и вернуться к активной жизни. Всего за ближайшие 3 года планируют оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».